Горный велосипед или маунтинбайк впервые появился в середине 70-х годов в США. В Казахстане о нем узнали лишь в начале 90-х. Сегодня это самый популярный и наиболее востребованный вид велосипеда. Только маунтинбайк позволяет с комфортом передвигаться как по горной местности, так и по бездорожью. Бывает несколько видов горных велосипедов. Хардтейлы, то есть велосипеды на жесткой раме с передним амортизатором, так и двух подвесок, наличие двух амортизаторов на них, у них востребовано очень сильно на нашем рынке. Горный велосипед легко отличить по внешнему виду. У него широкие покрышки с отчетливо выступающими протекторами и большое количество передач. Современные байки поддерживают до 27 скоростей. Они позволят не только быстро набирать скорость и легко преодолевать подъемы, но и выбирать нужную передачу в зависимости от условий езды. Ну, ценовая политика на горные велосипеды начинается от 50 тысяч и выше. Все, что до 50 тысяч, вы можете приобрести либо Китай, либо Казахстан. Также в эту линейку попадают некоторые европейские производители. Также туда попадает Южная Корея. На стоимость велосипеда влияет и рама, а точнее материал, из которого она изготовлена. Самые лучшие и, как следствие, дорогие – рамы из титана. Этот металл очень легкий и прочный одновременно. Немного дешевле рамы, сделанные из смешанных сплавов, такие как алюминий, сталь или углепластик. Urban Athletic от 39 тысяч тенге. Almaz Sport от 47 тысяч тенге. Yeti от 49 тысяч тенге.